Открытые республиканские спаборництвы по гимнастике спортивной памяти заслуженного тренера СССР Виктора Хомутова стартовали у Гродне. Самые пластичные девчины, юниорки из Беларуси, Латвии и Бельгии на протягу 2 дней будут змагаться за возможность отримать разряды и спортивные звания. Виктор Хомутов выховал не одно поколение гимнасток, которые прославляли белорусскую землю на чемпионатах света и олимпиадах. Особливость традиционных спаборництв, которые, до речи, проходят уже у 17 раз, у тем, что юные удельницы в возрасте от 9 годов и старейшие отримливают необходимый спаборницкий опыт. Лепшие выступы у разных видах практикования утрапляют у специальные номинации, сярод яких за волю до перемоги, за отданность гимнастицы, прорыв на снараде и иншее. На эти соревнования приезжают команды как раз не высокого класса, а юниорки, где первый разряд, кандидаты, мастера спорта, и соревнуются между собой. Это толчок девочкам к своему большому, наверное, пути в большой спорт. Они здесь учатся соревноваться, учатся себя показать, представить, учатся психологически выдержать конкуренцию. Вядома, что кроме спортсменок по выниках турниру медали атрымают и тренеры, которые помогают своим вучаницам узысти на пьедестал гонору. По выниках 2 дней открытых республиканских спаборництв вызначатся и пераможцы особистого першинства у многоборья.